Осень – традиционное ярмарочное время. Фермеры готовы предложить ульяновцам свой урожай – овощи, фрукты и ягоды. К ним присоединяются товаропроизводители со всего региона. В Ленинском районе для ярмарки перекрывают часть улицы Минаева. В этот раз торговали со 192 машин. Как всегда, широчайший ассортимент мяса и продукции из мяса. Фермеры у нас представили молочную продукцию. Есть и много растительного масла, широкий выбор. Медовики, как всегда, у нас дружно и широко расставились. Что еще? Пользуется спросом яйцо. Ульяновцы спешат прикупить картофели, капусты, рыбу и мясо. Здесь же продаются глиняные изделия, шали и пуховые платки. Все сделано местными умельцами. Семья Соколовых, постоянные покупатели, стараются не пропускать ни одной ярмарки. Мясо взяли, рыбу взяли, ливерную колбасу. Там же дочки две у нас, и кто-то одно любит, кто-то другой. Угощение обеспечили им. Сыр взяли колбасный, старшей дочери она очень любит. Поэтому спасибо, большое очень довольная. Спасибо. Продавцы также не пропускают ни одной ярмарки. Для многих это лучший способ реализовать свою продукцию. Индивидуальные предприниматели Немовы из Димитровграда славятся своими соленостями и маринованной продукцией. У нас грибочки представлены в трех ассортиментах, креветки, рыба, морепродукты, кораллы привезли. Таких нигде, кстати, нет, как у нас. Для жителей также подготовили творческую программу. Работал передвижной флюорограф, а волонтеры помогали пенсионерам и людям с ограниченными возможностями с тяжелыми сумками. Анна Тищенко, Константин Никитин, Ул Правда, ТВ.